Народ Гагаузии однозначно подтвердил на референдуме, что наши вековые связи с Россией нерушимы. Будущий Башкан обязан руководствоваться волей народа. Таможенный союз – это традиционный рынок для нашей продукции, без которого невозможно восстановить экономику Гагаузии. Я буду делать все для внедрения в жизнь результатов референдума, сохранения и укрепления социально-культурных и торгово-экономических связей с Россией.